Всем привет, дорогие друзья! С вами Инди, и мы снова играем в игру под названием Dead Cells. Если честно, я снимаю вторую серию сразу же после первой, но просто решил разделить их. Так что давайте продолжать. Помните это место? Да, мы с него продолжаем. Какое-то подземелье странное. И пошлите. Правда, не пойму, куда мы идем. О, старая Северс. Что это Северс? Я не знаю. Вау, что за жидкость? О-о-о! Нифига. Ну, можно было догадаться, но как-то я... Не нравится мне это место. О, продавец. Нифига у тебя цены. А чё так все дорого? Это ж фигня полная. Чего такая дорогая? Офигеть. Загинает у него он цены конкретно. О, еще продавец. Немного тут продавцов. Сила, кстати. Дать силу возьмем. Сила — это хорошая штука. Теперь у нас 4 уровень силы, 3 уровень жизни и 1 уровень скиллов. Это музыка такая, или мне кажется, или музыка такая жуткая. Блин, нравится. У! Нифига себе! Слышь ты, грибок, на. О, слушай, классный меч. Мне нравится. Правда, враги мне не очень нравятся. Хотя мяч крутой. Очень. Подозрительное место, нет? Ладно. Я просто возьму и уйду. О. А, классная штука, но у меня денег не хватает. У-у-у. Слушай, вот эта штука... Ой. Ёшки. Нифига они дамажут. Ни черта себе дамаг. На. О, секрет. Да бей вниз, дурак. Дурак. Бей вниз. О, красавчик. Ой, бежать. Бомба. Золото, нормально. Так, наверх. Ой. Жизнь. Круто. Еще больше жизней. Так, вот этот грибочек мне очень бесит. Убьем его. Ай. Слушайте, вот это тоже... Тут все враги жесткие, если честно. Очень даже жесткие. Но зато разнообразные. Ну, как разнообразные. Такой, два врага я видел. Три, может быть. О, у меня еще это отравление, что ли? Да, блин, умри, убейся. Бейся. Ага, получил. Ой. Заморозка. Так, это что такое? Пикап. Какой-то хип. Получил? Ой. Пошлите. Неплохо у нас такая этот, колода, я бы так сказал. Из навыков. Вопрос, куда идти? Меня прям сильно интересует этот вопрос. Потому что я без понятия. Ой, это бомба была. Так, подождите. Блин, бедный мой нос. Так. Тут что? Получил? Ой. Ай, блин, бомба чертовая. Нехило так занамажило. Ой. Заморозься. Ой, что это сзади? Жесть. Что за черви такие? Жесть. Пол жизни потерял. Так, ждем. Плыви. Ай, убирать. Блин, задамажился. Дурацкие бомбочки. Как же мне от них избавиться? Оу, убил это подумал. Блин, мне жизни мало, давайте выпьем. Зелье. Ну, неплохо. Тут что? А, денежки, нормально. Ну, денег у меня достаточно, а вот в остальном, конечно, кризис. Ай! А, не задамажило, нормально. Ужасное место в плане сложности. Тут что?
Опять флешка. О, 5 уровня. А у меня 2. Давайте поменяем. Хотя я что-то не уверен, что будет сильная разница. Ладно. Ого, у меня это локат. Ого! Вот же FPS проседает. О, в смысле. А, так можно хоть? Нормально. Куда идти? О, дверка. А, кнопочка открывается, я помню. Босс, что ли? Этот флаг босса. Да, босс. Эх, мы готовимся к смерти. Ай, так урок делай. Дубина. Дубина? Нифига себе, он глупит. Просто из-за несколько ударов меня завалил. Жесть. Жалко. Неплохая такая игра у нас была. Окей, заново. Это что? А, денежки с предыдущей игры. Лучок. И пошли. Да ты уже говорил это несколько раз. Да блин, запрыгни ты наверх. На, запрыгни наверх. Красавчик. Денежки, неплохо. Давайте у меня сейчас скилл крутой. Я обижусь на вас, если вы меня задамажите. Нормально. Дальше. Так, наверх. Что это? Давайте урон. Куда дальше идти? Наверх давайте. Посмотрим, что здесь. Ага, песенка. Да, вот. Тут что? Секрета? Нет, странно. Оу. Что такое урон жесткий у меня? Вы знаете? Прям с одного удара выношу всех. Ну, с двух с одного. Или это из-за того, что у меня уже третий уровень. Странно. Так, не нужно мне. А, не-не-не, вот эта фигня классная. Я возьму. Да, вот эта фигня очень классная. Да, я думаю, сейчас я лучше стал играть. Правда же? О, тоже так просто. Нормально. Дальше. О, что это выпало? Маковка. У меня жизнь полная, извините. Так. Получи. Получи. Там вот здесь. Нормально. Тут что? Плохо вещь. Что здесь? Ну так, а. Взять же надо точно. Так себе вещичка. Ну, сойдет. Интересного дальше. Так, тут что-нибудь есть? А, выход. Неудивительно. А, фигня. Дальше. А, так, телепорт же есть. Давайте вон туда, что ли. Там гранату я вижу, кстати. Давайте туда вернемся. Граната это, конечно, штука классная. Где она, кстати? Здесь снизу, да? О-о-о. Нормально. Просто разрубал всех. Ничего себе тут место. О, нормально. О, нифига себе урон. Вы этот урон видели? Просто жесть какой. А, я ж не могу еще. А, уже могу. В смысле? А, оно сохранилось? Серьезно? То есть я могу уже это использовать? А, вот это. Круто. Как чит немножко ощущается. Ладно.
Оп, снова удар. Нифига мы мощные, слушайте. Щит, фигня. Так, что тут есть? Блин, опять у меня нос. Возьмите меня за это, я не виноват. Ой, не ту кнопку нажал, ну ладно. О, клинок ассасина. То, что нужно. Меняем. Вот, нормально. Неплохо. И тут ничего интересного. Если я соплю, извините. Так, я немножко отойду опять. Мне не могу, у меня нос прям болит. Продолжаем. Так, где это я? Так, тут сюда... Можно было телепортом воспользоваться, но ладно. Ты что? Там что-то есть. Но вопрос что? Телепорт еще один. О, секретный этот. Токсичные подземелья, что ли? То было старые подземелья, теперь токсичные. Еще лучше. Привет, чувак. Давай. А, лук, понятное дело. Пошлите. В смысле? А, туда, я понял. Я понял. Так, давай. Наполняй. А, мне и так все полное. Я даже не поранился, офигеть. Первый уровень уже на изи прохожу. Так, токсичные подземелья, не знаю. Ой, что-то я как-то тупанул. Не привык, что так мало урона наношу. Ой, блин, засада. Нормально. А, в спину умноженный урон, я понял. Нормально. Так, сверху. Вижу. Ого, там врагов снизу. Так, держите. Не поймал. Во. Ой, да блин, чего я только урон маленький наношу? Это я понял, что я урон... Ой. В лоб урон наношу маленький, а сзади очень большой. Вот что такое? Этот, типа, бросающийся клинок. Ну, вы поняли. Ай, блин, блин. Ну, не, я не буду менять. Если честно, фигня вот этот меч. Можно было со стандартным парить. Потому что он только в спину урон наносит. Хотя, можно этим пользоваться. Просто нужно научиться именно в спину урон наносить. Ну да, в спину урон просто колоссальный. Ой, блин, чертовы мины. Все жизни потерял. Ну да, в спину с одного удара убивает. Ну, с двух. Неплохо. А вот в лицо, так сказать, вообще даже не толком урон имеет. Вот видите, урон вообще сзади, вообще там 50-60. Когда в лоб бьем, то, ой, в спину, то наоборот вообще там гигантский урон. Вот, 108, так, неплохо. Так, закрылось? Давно? 2 минуты назад. 3 минуты назад, наверное, почти. Да блин, что ты сознание теряешь? О, золото. Так, ну тут ничего интересного. Дальше идем. Вниз. А, в смысле, тупик. Блин, случайно нажал. А, ой, привет. В спину урон хороший. Но мне предыдущий меч больше нравился, если честно. Ай, блин, траванулся. Больно. Ух, а в спину убивает очень быстро. Нужно просто сзади тихонечко подбежать и воткнуть свой кинжал противника. Так, сила. Так, как наверх попасть? Ай, блин, обоими махнул. Ой, блин. Ух, нифига себе урон. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Блин. Я сознание потерял, ну, оглушился и из этого погиб. Ну, если честно, я вот этот меч, он как бы прикольный, но им надо уметь пользоваться.
Это тюремный целс. Тюремный подземелье или нигде не знаю, как целс приводится. Так, денежки. Лук. И побежали снова. Снова в бой. О, секретка. Чудо. Новый меч. Нормально. Чё это? Я это случайно сделал. Я просто хотел дверь открыть. Какого черта открылся портал в другой мир? Нормально вообще. Аккуратненько. Ой, ударил. Где ты думаешь? Скоро выходит из открытого, ой, закрытого бета-теста Crossout. И я хочу к этому времени успеть процессор купить, чтобы вам ее показать, потому что классная игрушка от создателей Вардхуна. Новое испытание. Ой. Тю, блин, испытание испорчено. Нормально. Аккуратнее надо быть. Я хотел ее показать, но с таким процессором, как у меня сейчас, это не получится. То есть мне нужно процессор раньше купить. Ой, босс, серьезно? В смысле, босс вот такой обычный? Нифига на него урон. Выпить? Не, реально, Dark Souls. Настоящий Dark Souls, только 2D, блин, подробная часть. Нифига урон. Ой-ой-ой, чё такой бешеный-то? Я помню, что типа бешеный типа, босс. У меня оружие полка большая. А почему пробел не работает? А, он еще перезаряжается? Блин, ну тебя нафиг. Подожди, чувак. Так лучше. Не нужно оружие. Точно нужно оружие. Или левел. Хотя бы. Но желательно и то, и другое. О, бомба. Уже более чем достаточно. Бомба, конечно, не круто, но сойдет. Так, ну, кстати, я мог вот это купить, если бы не тратился на бомбу. Ну ладно, не суть. О, классная штука. Да, вот вместо этого понял, сколько урон будет. Ух, нифига. А, круто, слушай. Она травит врагов, так сказать. Нифига себе, бомбы лупит. Классная штука. Да, смотрите, она травит. И нехило так травит. Классная штука. Ну, конечно, не лучше лука, но как бы... Что это такое? Сердце? Для заключения, вот это сердце будет нас воскрешать после того, как мы погибаем. Оу, эй, ты, открой меня. Если честно, я что-то не очень хочу. Ударь меня... Чего? Ну, подозрительно, слушайте, очень сильно подозрительно. Ой. А блин, в другую сторону. Тупица. Вот в эту сторону. Во. О, тройной. Круто. Так, эта штуковина мне пригодится. И это пригодится. Ладно, давайте его откроем. Хотя я уверен, что ни к чему хорошему не приведет, но ладно, посмотрим. Ой, не так надо. А-а-а. Вы типа сделали жертву богам. Маленький урон и. Вы мертв? Чё? 10 жизней. О, 10 врагов. Не понял. Я немножко не понял, что это значит. Граната второго уровня. У меня есть граната второго уровня. Один в один такая же. Давайте за место вот этого возьмем. Две гранаты будет. А я не понял, что за сундук. Ладно. Ну, по крайней мере. Ух ты, хэдшот не прописал. Блин, облом. Ладно, что-то у меня как-то сегодня не очень везет.
На этом закончим. Но не забывайте про эту игру. Она мне понравилась. Это значит, что она на канале еще будет. Правда, у меня 40 FPS максимум будет. Ну ладно, это уже мой компьютер виноват. Я думаю, на видео это не так сильно видно. А пока на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. И увидимся в следующем видео. Всем пока.